Ну и сейчас мы возвращаемся к теме противодействия Исламскому государству. Несколько минут назад в Лефортовском суде Москвы завершилось заседание по делу Варвары Ивановой. Ранее она была известна как Варвара Караулова, но изменила фамилию. Итак, ей избирают меру пресечения по ходатайству следствия. Обвинение требует ареста. Напомню, история Варвары Карауловой и Ивановой – это первый случай с вербовкой россиянок, получивший широкую огласку. Московскую студентку летом этого года в последний момент успели перехватить на турецко-сирийской границе. Предположительно, Варвара собиралась примкнуть к боевикам ИГИЛ. Девушку вернули в российскую столицу, и она до последнего проходила по делу как свидетельница. И вот буквально только что наш корреспондент из зала суда сообщил, что Варвара Иванова-Караулова арестована.